Внимание, внимание. Говорю и показываю я. Ладно, расслабься. Сегодня у нас 10-я серия про то, как Дениска часиками торговал. Началось все довольно-таки интересно. Как бы советские часы, они всегда ну, в цене, в моде. И антикварные магазины ими подторговывают. Но меня пробила другая мысль. Я назаказывал с Китая часов и решил ну, торговать как бы новыми часами. Это довольно-таки интересно. Думаю, поставить как бы это на поток. Ну, это было одно из направлений, что, наверное, это будет возможно. Но пошло все не так, как я хотел. Опять. И получилось то, что заказал я партию часов. Плюс-минус я их, кстати, половину распродал. Выезжая на всякие маркеты, то есть не только с магазина, отправляя через интернет. Опять же, помогал эти ну, соцсети запрещенные. Это Инстаграм, это признанная экстремистская организация на территории Российской Федерации. Были более-менее продажи, но так как на Озоне и на Вайлдберрисе начали торговать китайцы сами, естественно, ценник они снизили. Любой перекуп с производителем никак не может конкурировать по часам, хотя были механики, деревянные, то есть просто кварцевые, которые прям вот эти я постоянно ношу, ты их видишь в роликах, вот 9 частей, это все, вот там вот эти часы маячат, это Мигир, хорошая, кстати, фирма, уже год ношу, свяжитесь со мной, я вас прорекламирую. Ну вот, первая партия приходит. Я их выставляю, красиво отфотографирую. Тяжко начинает двигаться. Я думаю, что же еще предпринять? Начал записывать какие-то видеоролики. Меня вот как прям вклинило, и я побежал там. Вот эти часы были сняты. Я их окунал, там как-то на проигрывателе подкручивал, я уж не помню. Ну, то есть кадры получались такие интересные. Можешь посмотреть, то есть вот я это делал сам. Снимал там на телефон, пытался что-то как-то видео, вот эти вот там свет поставить, что-то как-то играться с этим. Был довольно-таки, ну, интересный опыт в видеомонтаже, в самой вот экспозиции, или как это правильно называется. Было прям угарненько. Я не рассчитал, так сказать, свои силы и деньги, и сами продажи вниз немножко поползли. И остались часы, которые не были востребованы. Просто я же не знал, кому какие подходят. Потом я их периодически пытался продать. То есть периодически выставлял, фотографировал. Но по сей день это не все. Но они со мной. У меня так-то довольно-таки много часов наручных. Советские они продаются потихоньку. Здесь, там расходятся. Есть любители. Потому что это все-таки механика. И, ну, не сказать, что плохая. Они ремонтопригодные, хорошие, интересные. В нынешнее время оригинальные. Есть даже электроника зимовские. Это прям вообще конец 80-х, там, начало 90-х. Или даже, наверное, уже ближе к концу 90-м. Тоже интересные часики, типа из серии Монтана. Такие, помните? Вот они. Это еще один опыт, который я приобрел в этом магазине, что мы пытались продвинуть, как. Но и это тоже не сработало. В нынешнее время, так как китайцы сами торгуют, и в принципе, на что я сейчас снимаю, на камеру, она была куплена на Озоне у китайцев напрямую. Правда, пришлось подождать. Но сам факт цены, то есть то, что может дать перекуп, там, грубо говоря, ну, там, 30 тысяч рублей, и ты покупаешь напрямую с Китая, 20 тысяч рублей. Но придется немножко подождать. Это было, конечно, для меня удивление. И я понял, что все вот это направление, оно теперь скоро сойдет на нет. Потому что будет выгоднее напрямую заказывать. А так как китайцы строят здесь свои там склады, ну или кто-то для них строит, то есть они берут в аренду, не суть. Они сейчас затарят товаром и будет просто расходиться по всей стране. В Москве уже так. Я тут недавно офигел, что, оказывается, на Озоне можно купить машину. Тебе ее прям к подъезду пригонят, без всяких там наценок, накруток и всего остального.
Ну а если тебе понравился мой голос, черкани в комментариях, могу им постоянно записывать видеоролики, ты порадуешься. Ну и обязательно подпишись. Ты меня понял?